Бах, Шостакович, Паганини. Выставку открывали композиции великих классиков. Иллюстрации к книгам о жизни известных музыкантов разнообразны. Здесь и пастель, и акварель, и тушь, и даже аппликация. Семья Троуготов – это настоящая плеяда художников, создавших волшебные образные иллюстрации. Сегодня мы открываем выставку работ семьи Троуготов, Александра, Валерий Траугот, очень известные художники-иллюстраторы, Санкт-Петербургская школа. Но семейная история связана не только с ними. Отец был также художником, а мама была художницей. Задача этой выставки – познакомить детей с творчеством через преломление трех видов искусств – литературы, музыки и, собственно говоря, изобразительного искусства. Первые книги художники иллюстрировали втроем – отец и сыновья. Причем каждую они подписывали общей подписью, состоящей из трех инициалов своих имен. К сожалению, сейчас в живых остался только один автор. Александр Троугот до сих пор продолжает творить, несмотря на преклонный возраст. В этом году ему исполнилось 92. Каждая работа – это красочный полет мысли, который помогает зрителю отправиться в графический мир Троуготов. Будь то иллюстрация к биографии Джорджа Гершвина или к одной из сказок Шарля Перро. Есть, наверное, у каждого из нас, где и сказки, и другие книги. Может быть, мы даже не помним, что это они, но мы помним эти великолепные образные иллюстрации. И действительно, они воспитывали образы. Глядя на них, нельзя было представить себе в деталях, в подробностях все как есть. Но вот именно образы книги, образное мышление у ребенка возникало просто совершенно фантастическое. Тонкое художественное восприятие литературного текста – главное, что отличает работы Троуготов от других графических иллюстраторов. Контрастные тона, живые и порой комичные образы – все это завораживает зрителя с первого взгляда и приглашает в фантастическое путешествие слов, красок и эмоций. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».